У нас сегодня тест. Герман, начинай давай. Тестируем Logic Compact. Вот. Ты поздороваешься, ну, вот. Привет, как ты скажешь. Всем привет, ребята. Сегодня тестируем Logic Compact. Вот такая вот штучка. Новая разработка. Даже у нее есть вот версия здесь Logic Compact. Модель 1.1. То есть это еще самая первая версия. Будут выходить потом 1.2, 1.3, 1.4, но все как у всех других вещей. Вот такие вот сменные капсулы. Вообще вот штучка такая, вот сюда вставляется капсула, и ее вдыхаешь. А вот здесь вот у нас есть зарядничек. А тут выдыхаешь, да? Да, отсюда потом выдыхается. Нет, на самом деле выдыхается вот тут две дырочки, два отверстия. Зарядочку далеко показать, зарядочку? Зарядочку далеко пока, потом покажем. Вот. Открываем. Ценовая это политика будешь говорить или что, или потом? Так, ну ценовая политика, у нас эта капсула стоит 300 рублей, в некоторых магазинах 350 мы вчера заходили. Вообще, пока что эта штука из Казани по Татарстану не ушла, но говорят, что скоро будет уже в Челнах и в Ямске, а там и дальше в маленьких городах. И бабушки будут в деревнях курить потом, вот, вот видите. Просто протестировать, я же кальяны курю, вот кальяны, а это как... Наверное, кальян, может, не знаю. Ну, попробовать можно, в общем. Никотин есть. Айкос, я же не курил Айкос. Не курил? Но я как-то видел людей, которые курят Айкос. Ну, тебе не с чем сравнивать, да, в принципе? Ну, не знаю, просто пахло так неприятно, что я решил это не курить Айкос. А это как бы вот запах приятный. Да, тут вкусы разные, и получается процентов никотина. Тут 1.5%, а мы сейчас взяли сразу сильные, 2.9%. Есть еще 5. Есть еще мощнее 5. Но 5 для меня это как лошадиная доза будет, я, может, умру. Это для заядлых курильщиков 5. А мы так, любители просто. Вот вставляем вот так вот раз. Просто оп. На магнитике, да? Да. Вот еще раз я вытаскиваю, вот тут жидкость. Всегда это свежее раствор. Это вот. Главное, микробы еще не остаются. Да. Всегда свежая штучка. Соляной раствор, вот. Да. И удобно то, что именно меняешь целиком всю капсулу. Да, ничего, не вкачиваешь, ничего, нахер это надо. Руки я помыл, то есть вот я здесь трогал, но руки помыты. И вот. Здесь есть такой фонаричек. Индикатор. Да, индикатор. Он показывает, ну, заряжен у вас агрегат или нет. Сейчас попробуем. Нормально, крепче, чем обычно. Что-то дыма у тебя маловато. Ну, я пока сильно не затягивался. Вот он, загорается лампочка, когда затягиваешься. Ну, вкус как, если сравнивать? Там нагревательный приборчик стоит, он нагревает, получается, капсулу. И ходит оттуда дым. Вкус, ну, я такой уже пробовал. Он получше, наверное, но это тоже как что-то есть, не знаю. Но пока мне тяжело курить, потому что я... С чем можно сравнить, с кальяном или сигаретами? Ой, ну, не знаю. Вейпа ты не курил никогда? Нет, вейпа не курил. Нет. Ну, что-то уже с кальяном уж... Да, с кальяном уж не сравним, потому что кальян там все-таки больше дыма, а вот здесь чувствуется немного горечи в сигаретах. Но в сигаретах же мы вдыхаем еще и эту смолу, продукт жжения табака. А здесь этого нету, здесь только никотин. Еще раз попробую. Давай, по-настоящему. Мне не очень заходит просто. Ну, такие вещи. Ух ты, загрёз. Он иногда щелкает даже. Сейчас польются слюни. О, щелкнул! Вот, это если щелчки, вот прям бан, знаешь. Ну, вкус еще я с самого начала заметил, знаете, вот есть все-таки не маленький минусик. Потому что вначале, когда начинаешь курить, вот она полная, если, то на губах вот эта сладость остается. В самом начале. Ну, потом чуть-чуть выливается, уменьшается, да, чуть-чуть уменьшается, когда вот так вот становится уже. Уже нет этого. Вот это неудобно, но вкус, конечно, такой. Своеобразный, что ли? Да, мне вот этот не очень нравится. Я курил такой. Но тут меньше никотина. Нормально? Да. Горький. Ваше дело. Ребят, ну что я хочу сказать? Я попробовал. Ну я как человек не курящий, конечно. Знаете, вот этот вот крепкий для меня вкус. Сейчас я попробовал, потому что такой я уже пробовал. Такой. Он попроще для любителей, так скажем. И он не горчит, а вот этот он подгарчивает. Он больше смахивает на какие-то сигареты, что ли. Ну, на любителя главное, что человек пробует, потому что есть люди, которые берут 5% никотина и пыхтят. А он, чем больше никотина, тем дымнее. Ну, зато можно во всяких кафешечках сидеть, покуривать потихонечку.
Ну так вот. Тебе понравилось, да, в принципе? Так, классная штука, да, мне нравится, это зачет, так что советую брать, просто пробуйте сначала, вот, начинайте с маленького процента никотина, потом, если вам хочется больше, можно усилить. В принципе, вкусы есть и такие есть, да? Мятные, да, есть, да, еще. Разные вкусы, там штук 5. Так что пробуйте. Все, всем пока, ребята. Я буду дымить. Пиздец, у тебя руки, да, мокрые? Герк у нас потел немножко. Так что, ребят, немножко без Германа, да? Посмотрим. Так что вот такой продукт, пока он моется, там, высмаркивается, харкается. Давайте немножко подождем его. Сейчас. Так, вон, вытирай руки. Я больше не буду. Че, не очень? Ну, прям какой-то в горле стоит. Ну, тебе продукт надо уж. Давай хотя бы пару слов, типа, пока, то все. Все ваше дело выбирать, ваше дело решать. Да.